Всем привет, дорогие друзья, вы на канале AlexPlay, и я продолжаю играть в Accident. Сегодня рассмотрим следующую аварию. Так, это у нас получается авария где-то в Польше. Да, давайте начинаем симуляцию, поглядим, что у нас здесь произошло. Ну, я надеюсь, что будет как-то легче. Не надо никаких-то там загадок разгадывать. О, ну это уже день, это уже полегче будет, наверное. А сейчас посмотрим, что у нас тут произошло. Ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, будет непросто. Ну ладно, поглядим. Ой, я еще и на велике еду, классно, слушайте. Нормально. Нормальный такой велик, да? Что у нас тут? О, педали сами крутятся. Так, 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 так. Вижу, 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 вижу. Никого нету. На красный. Давай на красный едь. Правильно. Так, ну что у нас тут произошло? Так, интересно. Стоп. Так. Что нам надо сделать? Нам надо позвонить. Правильно. Вызываем. Вызываем. Ну, а ходить нельзя в это время. Ну, блин. Ну. Плохо, плохо, что так нельзя делать. Так, ну что, поехали. Начинаем. Так, дверь нормально все. Зажигание включаем. Это мы открываем. Аптечку берем. Треугольник берем. Треугольник. Треугольник сюда ставим. Так, ну шансы здесь есть кого-то спасти, так что уже неплохо. Так, мне интересно теперь, что... Ой, ё-моё. А ты чё тут такое? А как мне? Ну, понятно, короче. Ну... Так как тут? Нужно что-то тяжелое. Огнетушитель, да? Огнетушитель. Как в прошлом видео я брал огнетушитель, так и в этом возьму. Так, ну надо тут побыстрее действовать. Потому что сейчас будет капец. Так, что дальше? Поползти внутрь. Хрена себе. Прям по осколкам. Ну ты даешь. Весело. Отойди в сторону. Так, пассажирская заклинена, заклинена, расстегнула. И как он это все интересно мне делает? Просто даже, ну, интересно как-то. Проверка точного местонахождения. Что тут с тобой? Порядок. Живая. Готово. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты, блин, так лежит, интересно. Как он еще жив остался? Тут кровище у него море вытекло. Ой-ой-ой-ой-ой. Гляньте, что у него там. Офигеть. Так, проверка точного местонахождения. Вот, что-то есть такое, да? Ну, а как сюда попасть? Ох уж, блин, а. Нельзя через забор перепрыгнуть? В смысле? Помочь жертвам. Я опять не успею, мне кажется. Давайте кепочника спасать. Так, так. Ну, ну, что такое? Тут нужен жгут. Боже. Ну.
Не, я не успею. А может и успею. Ах! Он дохлый, блин. Ну, я не знаю, как тут можно по-быстрому. Ну, извините меня, ребят. Так что давайте сюда, наверное, к поискам, скорее всего. Пока разберешься со всем, я же говорю. Сюда. Так, так, так. Вытащить, вытаскиваем. Так, ну, в принципе, я уже разобрался, что к чему. Хорошо, побежали, побежали, побежали. Не стой, не стой, не стой. Двигайся, 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 двигайся. В темпе, в темпе, в темпе, в темпе. Есть. Оказание медицинской первой медицинской помощи — это реально не мое. Хотя бы в той школе нам как-то один урок рассказывали, что там делать надо и все. Но нам сказали так: если ты не уверен в первой медицинской помощи, лучше это не делай, потому что ты еще потом виноват будешь. Вот и все. Но даже там как-то, даже если ты не окажешь первую медицинскую помощь, то даже будет приравнивать тебе как уголовная типа ответственность. Мол, ты обязан. Вот и все. Так, багажник. А, стоп, стоп, стоп. Вот этого давайте. Да. Так, тут надо по-быренькому. Поднимаем ногу. Да, блин. Какого хрена? Ножницы. Стричь. Все, готово. Так, сюда бежим. Ну, в этого все очень просто, мне кажется, да? Быстро, 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 давай, давай, давай. Вот это вот. Долго очень. Ой. Есть. Все. Ну, быстро, да? Так, ну, уже можно вздохнуть. Так, собрать все подсказки. Хорошо, собираем. Так, что тут у нас? С чего начать? Так, здесь у нас может пожар произойти, да? О, море кровища. А, не относится к делу. Как это не относится к делу? Так, врезалась Сильвестра. А, он переходил улицу на пешеходном переходе. То есть тут пешика сбили. Нифига себе. Вот ты, ё-моё, машина врезается в люди. А, ух, нихрена себе. Тут даже дело в этом. То есть, вот этот виноват, что ли? Или чё? Ладно, сейчас поймем. Смартфон. Да я и не сомневался. Так, ну что у нас тут? А это что такое? Пустая банка газировки. Что тут у нас еще может быть? Что тут у нас может быть? Что у нас может быть? Так. Багажник. Так, смартфон нашли. Это что у нас? Следы торможения относятся к делу. Это мы разобрались. Тут у нас был удар. Пешеход начал переходить дорогу. Этот как-то каким-то образом перевернулся. Так, интересно теперь. Нам нужно последний след найти. Подсказку. Где эту подсказку взять? Непонятно. Может, тут, ну, тут что-то, мне кажется, да. Так, хорошо, она едет в смартфон, пишет сообщение, да. А, о, тут машина останавливается, чтобы пропустить пешехода.
Вот, тут пешеход начинает переходить дорогу. Ну вот, как я вижу эту ситуацию так. Как бы машина останавливается, да, вот она, допустим. Пешеход переходит дорогу. Машина едет на большой скорости, она пишет сообщение. Она тормозит, такой бж, удар, пешеход, бж, все, машина как-то перевернулась. Но здесь больше, мне кажется, нечего сказать. То есть нет, тут подсказок нету. Пешехода тоже нет подсказок больше. Ну и следов торможения, кстати говоря, нет. Понимаете? То есть я на чем? Прям на скорости влетела в него. Ну что у нас имеется? Хорошо. Клаудио пишет в СМС во время вождения. Раз. Я машина врезается в Людвига, толкаю его в сторону. Два. Ага. Резал Серега, там пригодил пешеходный. Ну, что-то между этими. Вот что-то. О, вот что-то между этими. Тут, значит, она где-то тормозит. Правильно? Ох, я и сыщик, конечно. Ну, побежали сюда. Может, тут что-то есть? Нет, тут нифига нету. Ну, хорошо. Пишет сообщение, да? Пишет, 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 пишет. Ну что, она прям на большой скорости влетела в него. Это ж надо так еще силу иметь хорошую, чтобы машина так перевернулась. Кстати, машина, гляньте, почти ни хрена ей нету. Все равно я ничего не понимаю. Пятна крови. Может, тут что-то? Сиди и гадай. Хорошо, но машина же чего-то перевернулась. Ребят, я не знаю. Ну, честно, я не знаю, вот что тут сказать. Там ничего не понятно. А подсказок больше-то нет, понимаете? Ну, я их не просто не вижу. Это просто не, ну, я не могу понять. Ну, как бы она пишет сообщение. Блин, может, я где-то что-то провтыкал. Или что? Может, тут-то, тут что? Тут ничего нет. А, светофор. Может, на светофор. А как мы на светофор обратим внимание? Тут никак. О. Еще и на зеленый переходил, да, хотите сказать? Боже. И, ребят, я нашел подсказку. Помните, я только что говорил про светофоры. Обратите внимание на светофоры. Я смотрел на эти столбы, ничего не понял. Оказывается, нужно было подойти именно к этому столбу. Вот именно к этому столбу. Ну хорошо, что у нас тут? Что заставляете проехать на красный свет? Так, значит, что мы имеем? Ну правильно все. Клаудио пишет смс. Так, стоп, 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 стоп. Кладио пишет смс во время вождения, что заставляет ее проехать на красный свет. Вот теперь все сходится. Ее машина врезается в Людвига, толкая его в сторону. Машина Людвига. Людвига.
Так, Людвиг или Лидвиг врезал Сильвестра Сталлоне, елки-палки, когда он переходил улицу на зеленый свет. Понятно. Так, финальный сценарий. Ну, очевидно, что виновата будет то, кто писал сообщение, да? Севера стала более сторон. В смысле? Как это так? Подожди. Она ж писала... Ничего не понял. И чё? За это ничего не будет? То есть она писала... она пользовалась телефоном во время вождения. Офигеть. Подождите. То есть этой Клаудии ничего не будет или что? Или я, может, не дочитал? А можно почитать еще раз? Клаудия пришла в сознание еще до прибытия скорой помощи. Она была глубоко травмирована событием, но восстановилась на следующий день. Однако после аварии она стала более осторожной водителем и больше ни разу не попала в аварию. И точка, точка, ребят. То есть она пользовалась телефоном, проехала на красный, врезалась в машину. Машина-то сбила пешехода, пешеход чуть коньки не откинул, кровище море потерял. Провел всю жизнь в инвалидной коляске, и ничего за это не будет. То есть она просто стала осторожно ездить. Ну, интересно как-то. То есть уголовной ответственности, я так понял, нет к ней. Ах. Даже не знаю, что сказать. Ну ладно, ребят. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно оставляйте комментарии под это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, ребят, всем давайте пока. Увидимся.